Всем здорово! Анекдотец. Хозяйка публичного дома затеяла ремонт. Пули, бабок платить неохота много. Думаю, ты кого-нибудь чучмека найму? Пусть захуярит мне перегородку. Ей там перегородку между комнатами надо было сделать. Ну, короче, Гиви там одного грузина находит, тот приходит. В чем дело, хозяйка? Да вот надо тут перегородку захуярить. Сделаем, хозяйка! Все, короче, сделал он ей эту перегородку. Пришло время расплатиться, хозяйка. Слушай, Гиви, такая тема. Денег нет, клиентов у девочек нет, дохода у борделя нет. Давай так, сейчас пока девочку какую-нибудь трахни. А через недельку приходи, я тебе денежки отдам. Смотри, хозяйка, обманула, нахожу. Да не, что ты? Все, пошел Гиви, короче, оттарабанил девочку. Ушел. Через неделю опять приходит за бабками. Точнее, не опять, а вообще. Хозяйка, давай бабки. Слушай, денег опять нет. Слушай, давай бабки, или я сломаю эту перегородку. Да подожди ты, подожди, не кипишуй, Гиви. Давай так, сейчас девочку трахни. Блять, на днях приходи, я тебе бабки отдам. Ну пока нет. Ну решила она его, короче, кинуть. Тот, ну смотри мне, хозяйка. Все, пошел, девочку оттрахал. Смотри, если приду и денег не будет, я тебе сломаю эту перегородку. Да не, на следующий раз, ну, блядь, железяка будет. Все, братан, не кипишуй. Гиви ушел. Та думает, ну и долбоеб чучмек, так и буду его наебывать, пока не надоест ему самому сюда ходить. Все, тот опять на днях приходит. Хозяйка, давай бабки, или я сломаю эту перегородку. Она такая говорит, слушай, друг, ну давай, видишь, опять такая, сука, блядь, конфуз. Бабок нет, давай девочку оттрахай. А вот на следующий день, ну вообще прям, ну железо, ну сталь, жесть, ну отдам, бабосы. Я сломаю тебе эту перегородку. Слушай, давай две девочки, не надо мне девочек, мне бабки нужны. Ну хочешь, меня возьми, а потом я тебе деньги отдам. Тебя? Ну давай. Все, заходят они в комнатку, раздевается тёлка, ложится. Он, ой, как хочу тебе палец в письку засунуть. Ну засунь, тот хуяк ей палец, блядь, в пизду. Второй палец хочу тебе в жопу засунуть. Ну засунь, тот раз ей второй палец в жопу. А ну давай деньги, а то я сломаю тебе эту перегородку. Ставь лайкосик за видосик. Подписывайся, пиши комменты. Всем добра!